Пару слов о прошедшем матче. Начали хорошо контролировали первый тайм, да, но второй тайм череда таких ошибок, которые и рикошет, и при стандарте не прозевали игрока, там, собственно, и пропустили два мяча. Вот, и на мой взгляд, что во втором тайме надо было действовать более активно в плане подборов и единоборств. По крайней мере, мы освежили группу игроков, потому что молодые ребята у нас уже играли. Их опыта не совсем, сейчас они приобретают опыт. Поэтому надежда была на более опытных игроков, но, к сожалению, наверное, не так все получилось качественно, как хотелось бы. Поэтому два тайма получились разорванные по содержанию и по качеству. Соответственно, результат он такой. 2-1 мы проиграли. Вот. Но необходимо качество держать, на мой взгляд, два тайма. При целостности тогда будет другой результат.